Здравствуйте, приветствую вас на канале Мой Сад. И сегодня я делю антуриум. Первый раз. К стыду, что я как-то все отталкивала от себя это растение. Посажен он был в грунт, в торф. Я здесь не вижу я никаких удобрений, такие как осмокод гранулированных. Может быть, внутри это все. Или, может, он был на какой-то подушке и возвращивался с вот этим комплексом макро-микроэлементов. Но вот этот я отломила. Ну, а сколько получилось у меня отросточков? Корни вообще замечательные, все чистые, никаких гнилушек нет. Вот. Вот раз, два. Тут, мне кажется, еще их много-много. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вы представляете, какой урожай с одного антуриума. Грунт получился полусухой. Вот. Не до конца еще тут торф разошелся. У меня подсох за последние дни. Вот. И я буду еще потом проливать, когда уже пересажу растение, чтобы корешки плотно как бы прижались к грунту, пролью. Поэтому сейчас делаю полусухой, потому что еще влажность буду увеличивать после пересадки, чтобы корни плотно уже прилипли. Ну вот красота. Корни, я думаю, можно подрезать при пересадке. Тут вот у нас, у меня много было корней, вот не стало, потому что оно же питало все вот это растение, можно подрезать. Ну, посмотрите, какое замечательное, уже красивое, отдельно растущее растение. Пластиковые стаканчики, потому что эти цветки пойдут на продажу. Я думаю, хорошо можно с этого заработать, если один цветок делить на 15. Цена при покупке была в Магните 379 рублей. Вот. И в прозрачных, потому что покупатель всегда хочет увидеть, а какая же корневая система у данного растения. Ну все. Вот этот лист уже вырос у меня, вот такой большой. Я поняла, антуриумам вообще нравится жить. А у меня они любят влажность, все всегда жалуются на то, что он корни. Ой, эти сушит листочки, но посмотрите, ничего не сушит. Поэтому, так же, как и гибискусы, это будет, наверное, теперь мой цветок. Опять началась новая болезнь. Ну так вот, сколько же у нас их получилось? Вот в маленьких стаканчиках. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот еще один такой. 11, 12, 13, 14. Ну и вот 15 я так сломала. Не очень удачно отломала. То есть 15 антуриумов. Сейчас ставлю их в контейнерочек. Проливаю, опрыскиваю. И на доращивание. Ну, вот так получился целый контейнерочек. Прекрасненькими цветочками с мужским счастьем. Вот. Сама не налюбуюсь. Ну и пусть они теперь растут. Набираются сил, мужают. Я пролила растения вот Максимом с корневином, чтобы не было никаких корневых гнилей, ничего у нас не загнило, не попортилось, а только было во благо, все росло и развивалось. Ну, ничего страшного и сложного в пересадке антуриумов нет. Единственное, что нужно делать, это все аккуратно, чтобы не было жертв. Вот. Что вот не обламывались они у вас и не оставались без корешков. Вот. А так все очень даже легко и просто. А я вам желаю всего самого наилучшего и до встречи на канале Мой Сад.